22 апреля в здании администрации города Каспийск состоялось совещание по вопросам рейтингового голосования, вакцинации против коронавирусной инфекции, а также был подробно изложен план проведения Всероссийского субботника, который состоится 24 апреля. Я попрошу отнестись к этим вопросам серьезно, значит, и соответствующие принять управленческие решения в дальнейшем в своих коллективах и провести то, о чем мы сейчас будем говорить. Одним из первых на совещании был рассмотрен вопрос о проведении ежегодного рейтингового голосования в рамках программы формирования комфортной городской среды, которая будет проводиться с 26 апреля по 30 мая. Минимальный возраст гражданина, допущенного до голосования, составляет 14 лет. Принять участие можно онлайн. Для этого необходимо зайти на сайт загородсреда.ру и следовать инструкции, указанные на сайте или в личном кабинете на портале госуслуг. Также с 26 апреля на улицах города Каспийск будут размещены пункты, в которых граждане смогут проголосовать за благоустройство нашего города. Необходимо привлечь как можно больше людей для участия в голосовании, так как от этого будет зависеть финансирование проекта. Об этом в своем докладе сообщил начальник организационно-проектного управления по экономике и инвестиционной политике Биерсланов Заур Магомедович. В текущем году, в соответствии с письмом Минстроя России, запланировано проведение рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2022 году. На сегодняшний день нами определены 4 территории. Это сквер по улице Азиза Алиева напротив больницы, сквер на перекрестке улицы Ленина и проспекта Акулиничева, сквер по улице Октябрьская 77Б, и бульвар по улице Мира и возле Дворца культуры. Еще одной важной темой обсуждения стал приближающийся Всероссийский субботник. Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Нухкадиев Мурат Нухрудинович подробно описал план осуществления действий в своем докладе. Разработан план мероприятий, составлена карта распределения территории городского округа, которая разделена на 12 секторов. По его словам, за каждым районом города будут закреплены ответственные должностные лица администрации города, которые будут следить за осуществлением санитарной уборки территорий, побелки деревьев, сбором мусора и так далее. В субботнике будут принимать участие сотрудники администрации города Каспийск, муниципальные, ресурсоснабжающие, промышленные предприятия, образовательные учреждения и представители бизнеса, а также все желающие. Проведение субботника запланировано с 9:30 утра до 12:30 дня. Это, во-первых, нас не объединит, как каспичан, патриотов города, вот, покажет нашу солидарность, в том числе и в вопросах голосования вот рейтингового с 26 числа. Ну и приятно жить и ходить в чистом городе. Наиболее обсуждаемой и волнующей темой совещания стала программа по привлечению граждан к вакцинации против коронавируса. На сегодняшний день ситуация с коронавирусной инфекцией осложняется. За последние 3 дня наблюдается рост заболеваемости граждан республики, отметил заместитель главного врача по организационно-методической работе Муталибов Муталиб Гамидович. В целях противодействия распространения коронавируса на территории Республики Дагестан с 26 апреля по 2 мая проводится ежегодная Европейская неделя иммунизации по инициативе Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения. Цель данной программы заключается в содействии продвижению и привлечению населения к иммунизации, которая обеспечит защиту от инфекционных заболеваний и позволит гражданам узнать больше информации о пользе вакцин. Будем надеяться, что это такой кратковременный подъем. Но, как показывает статистика, мы думаем, что это все-таки начало роста. Иммунизация подразумевает возможность создания не только активного, но и пассивного иммунитета, который может быть достигнут с помощью введения готовых антител и антигенов, сообщает руководитель Федеральной службы управления по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Дагестан Павлов Николай Николаевич. Доля лиц, непривитых или не имеющих сведения о прививках в структуре заболевших эпидемическим паротитом, составляет 67,7%, корь 89%. И вот руководитель Роспотребнадзора, обращаясь к председателю правительства, просит поддержать инициативу Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения по проведению иммунизации и поручить главам муниципальных районов и городских округов оказать содействие учреждениям Роспотребнадзора, здравоохранения в проведении вот этой вакцины. В целях успешного проведения мероприятия управлением Роспотребнадзора по Республике Дагестан совместно с Минздравом Республики разработан и утвержден план мероприятий по подготовке к проведению данной программы.